Правиция! Решай! Peace to the underground, word up, y'all. Чё мы идём, ищем поляну для Махача? Оп, ушел. Оп. Я, блядь, из-за вас, сука, каждый раз перекрашиваю шкафы, блядь. Вам что, блядь, заняться другими делами? А? А это нахуя вы делаете, вот объясни. А? Или, блядь, вам работать в пизды, какие заебаются? А? Чё не надо, блядь? Я, сука, шкафы только покрасил, блядь. Как человек терроризм на транспорте может квалифицировать? Жубоёб. Мозгов нет. Да нехуй вызывать, надо ебало им разбивать всем пацанам сейчас, блядь. Чё хорош-то? Ну а чё хорош-то? А с чем это? Это не зло? Скажи, что он делает. Это не зло. Слышь, хорош рисовать, ёбаный в рот. А что проблема-то? Проблема, блядь. Ты знаешь, что это такое? У тебя нет проблем, да? Пойдём тогда на пост, сейчас ты там объяснял, в чём проблема, блядь. Не хочешь, блядь? Нет. Ломик, уберите. Ну сейчас уберу, ёпта, винты приедут, уберем. Вот, нихуя. А нахуя ухуя сказать? Нихуя. Нихуя. Куда мне урвать? Чё, сука, а? Ну-ка, что вы, блядь? Стояли! Стой. Я же говорил, Баба, что поляну ждем. Да. Я только, блядь, кафе в окрасе, тормози, пидорас! Ты, блядь, ебанутый, блядь!
Какой это я тебе пидорас? Я с миром, я с добром, я с подгонами, дружище! С какими это подгонами? Тут поподробнее. Я тут этих вот чикокеров ищу. До 25 тысяч при регистрации по промокоду ШИЛЫКС на сайте наших партнеров, который, как всегда, прикреплен в комментарии. Заходи, смотри. Не пизжу я тебе, охранник! А еще оставишь ему любой комментарий под данным видео, поставишь ему лайк и будучи подписанным на наш канал, охуительная футболка, реально такая. А вот и предыдущий победитель, поздравляем! Начальник красава. Начальник, на самом деле, ему респект, то, что он все-таки до конца держался, никого не ударил. Но он схватил там одну девчонку, которая была на камере. Вот пришлось ее отбивать, потому что он с ней очень грубо стал обращаться, как-то угрожать, обзывать. Мы вернулись, ее отбили. Прям как белорусский ОМОНовец, мне кажется. Да, да. Да. Да, в принципе, нормальные люди, кто служит в спецслужбах в Беларуси, сейчас складывают свои полномочия, поэтому места там освобождаются. Да по хуям нам вообще. Вот так вот мы и начинаем. Представитель команды КГМ, международная команда, представляет не только русские парни, но и украинские парни, и польские парни, и англичане есть. Вот нас порядка 20 человек, активно рисуем, активно бомбим поезда. Мы образовались в 1999 году в городе Химки. Вот в этом году будем отмечать 21 год. Как ты в целом относишься к порче имущества? Чтобы мы максимально широко могли объяснить людям вашу позицию, твоя философия вот интересна. Для меня это не какое-то проявление ненависти или какой-то экстремизм. Я считаю себя модельером электричек нелегальным. Бывает, люди прыгают на нас, бывает, машинисты. Но в целом мы не несем зла, мы несем только добро. Хотим продвигать свои команды на панелях электричек, чтобы они ездили по всему городу. И прежде всего мы хотим нарисовать красиво. Поэтому, когда происходят конфликты, мы стараемся их избегать, потому что мы приходим туда рисовать, а не драться. Ехать по пиздючеству петушки красить. И попросил чувака потом, а у меня денег не было на телефоне, чтобы он ему скинул смс-ку, что мы не едем. И он, короче, проебывается и резает. Остается две станции, петушков не звонит, говорит, бля, всю электричку обошел, короче, ты где? Я ему говорю, он звонит мне с незнакомого телефона, потому что у него денег тоже не было на телефоне. Да, у тетки какой-то. Я ему говорю, слушай, я вообще в жолдоре, ты где? Он, я почти петушка просто. А, я понял, бля. Да. И он взял у тетки, короче, телефон. Это, оказывается, подруга его мамки, которая они вместе учились, и у них связь потерялась, короче. И он вписывается у нее на хате, короче. Просто на ночь и домой обратно едет. С Божьей помощью. Как он понял, что это, типа, подруга мама? Они разговорились, он рассказал, что он там оттуда-то, оттуда-то. Она сказала, оттуда-то, оттуда-то, там то-то, то-то. Он позвонил туда-то, туда-то, и они его, нихуя себе. На самом деле я неправильно считаю, поступил, что я так сделал. Но история была такая. Мы рисовали бэкджамп на электричке, в которой сидели люди. Один из моих, скажем так, элементов буквы залез на окно. И я закрасил сантиметров 10 обзора там какому-то мужику. А через 2 минуты появляется мужик в дверях, он раздвигает дверь. Говорит, типа, ты охуел, хуй ты мне закрасил окно. Я говорю, бля, мужик, мы с добром, мы оформляем электричку. Ну как бы глупо это не звучало, вообще на позитиве рисовали. Вот он говорит, я сейчас спущусь, пизды дам. А чтобы вы понимали, там это все происходило в таком месте. То есть это было на путях, где ездил Сапсан. Вот первый Сапсан проехал, и мы ждали второй Сапсан. Мужик выскакивает и летит на меня. Он просто снял очки. Такой смелый русский мужик, короче. Но я уже потом почувствовал, что он был пьяный, море
Ему было по колено явно. Вот, выскочил еще второй мужик на подмогу. Мы начали все драться на этих путях Сапсана. Но я ему просто лоу-киков накидал. Но самое страшное, что было, это мне не сама драка, а то, что нас могли реально сбить Сапсаном. Мы даже не увидели бы, не услышали, не почувствовали бы его. Это была глупость драться так с мужиками, которые потом в итоге начали кидать камнями в нас, потому что они не поняли, что не справились. Я лично подхожу к рисованию очень серьезно. Для меня это особый ритуал, который я воспринимаю трезво. То есть я не стараюсь кому-то навредить, что-то испортить. Я хочу нарисовать так, чтобы человек, который утром ехал на работу, увидел мой рисунок, может быть, у него какой-то позитив будет в голове. Как-то мне кажется, так. В любом случае обыватель к рисунку на электричке будет всегда относиться как к вандализму и ничего никогда не поменяется. Да. На самом деле важна тема с качеством. Когда будут много кусков качественных появляться, рано или поздно даже самый конченый гопник из Подольска будет говорить: ебать, а вот это вот красиво, мне понравилось. А вот здесь вот гопа с семечками отобразили настолько правдоподобно, что даже он похож на меня. Вот тогда это победа действительно будет. Потому что в Европе, в принципе, уже все пришло к тому, что это стало нормой. Никто не обращает внимания на это. Они настолько въелись уже в стены, куски, то, что они, ну, никуда не денутся. Отчасти в Москве тоже на лайнах это происходит все. И, в принципе, я уверен, то, что многие привыкают к этому, и уже это входит в атрибут железнодорожной поездки. 5 дней назад я рисовал на лайне и шел машинисты. Меня увидели издалека. Я прохожу, он кричит: провинция решает, короче, круто делаешь. Он увидел и просто, ну, распекнул. Хотя он, по сути, должен меня ненавидеть. А что ненавидеть? Ты же мне рельсы гнешь. По поводу отношений самих работников железной дороги, особенно машинистов. То есть некоторые машинисты, они в основном выполняют просто работу свою. Если там мы не закрасили лобовуху, вот, кстати, вопрос к молодым, которые растягивают все лобовухи, что потом машинистам реально неудобно вести. Блин, старайтесь минимум тегать на лобовухах и портить стекла, чтобы машинисту был виден обзор на пути. Потому что вы этим самым делаете инсталляцию, как в Европе, лишь бы испортить. Это как накончать бабе своей на лицо. Только не в глаза, ребят. Люди, в принципе, могут гибнуть от плохого видения лобового стекла. Хала-вандала, все дела. Но о безопасности других пассажиров нужно заботиться.
Вон ходит, вон по электричке кто-то ходит. Вон там вон. А вон еще кто-то, вон, видите? Я стараюсь не рисовать на электричках, которые охраняются напрямую охранниками. То есть это электрички экспрессы, рексы, всякие возможные. Потому что это коммерческие компании, которые работают с РЖД. Понятное дело, что это часть РЖД, но это конкретно убытки затрагивают конкретных людей, особенно охранников, которых штрафуют, которые приезжают из Брянсков, Курских областей. У меня один раз охранник уговорил не рисовать, я это честно признаю. То есть пацаны стали рисовать, я не стал. То есть мне стало просто его по-человечески жалко, потому что он пришел к нам, мы толпой рисуем, и он такой говорит: бля, пацаны, меня штрафуют на 5000 рублей. Я говорю: ну давай я тебе дам 5000 рублей. Он говорит: нет, спасибо, пацаны. И я не могу это сделать, потому что меня еще больше штрафанут, если об этом узнают. Я просто сложил банки и стоял на паре, чтобы мы заранее приехали. Я не стал рисовать дальше, потому что мне стало по-человечески жалко этого мужика, который, ну, по сути, он как бы не от хорошей жизни работает охранником. Вы сами-то как относитесь к слову вандализм? Ты же разве вандал? Вандал, я считаю, то, что это кто подойдет сейчас к скворечнику и уебет по нему ломом. А вы украшаете. Не волки, а санитары леса. Ну да, или памятники какие-то архитектуры, то есть засирают. Мне даже тыкать не хочется на нем. А для некоторых принципиально это манит прям, чтобы тыгануть на свежевыкрашенном здании. Да, по сути, граффити для нас это самореклама, это продвижение своей команды в субкультуре. Соревнования между собой. Соревнования между собой. Многие ребята из граффити бомберов превратились в стрит-арт артистов. Много в России таких ребят, я вообще уважаю, потому что они все начинали с нами. То же самое британский Бэнкси, он как бы поднялся из граффитчиков простых каких-то, просто использовал этот инструмент для проявления своих политических направлений, своих идей. Сейчас очень популярен, зарабатывает кучу денег. Ну как ты вот на самом деле относишься к Бэнкси? Все мы знаем то, что вышел фильм. По сути, он уже не делает как таковой граффити, он делает нелегальный арт, скажем так, который привлекает общество. Я весь фильм по-разному к нему относился, менял мнение, и в конце фильма он меня добил тем, что он в итоге-то, когда уже стал уже популярным, он нарисовал рисунок около одного боксерского зала и отдал все права на этот рисунок у боксерского зала на продвижение этого боксерского клуба. У меня двоякое мнение по Бэнкси, потому что, ну, я следил за ним давно, и сейчас я знаю процентов 98, что Бэнкси – это уже не тот человек, и это корпорация. Да. Это большое рекламное агентство, да. И я бы не называл его уличным, потому что это уже рекламное агентство. Не факт, что он сам уже участвует там. Это инструмент, и там огромнейший штат, и я знаю, потому что люди там встречались. Ездили знакомые там мои с этим, ну, штатом, и это огромная корпорация, это уже не человек. Это, скорее всего, бумажек. Вот он, это я увидел, это бумажек. Я просто сначала смотрю, думаю, на ключ, что... Движения там такие. Да не, пацаны, у нас дохуя было шумно. Если мы вдвоем были чекер, было бы тише. У нас дохуя, видите, как меня. Ну, обычно чекер. Ну, там хрустело все. Шипело. Просто, ну, когда, понимаете, у нас по, если копы приезжают, у нас есть фора 3 минуты съебаться. Вот 3 минуты. А если мы делаем и их видим, у нас почти форы нету, там же все видели, там никуда съебаться не будет. Ну да, там место такое. Только если как-то чудом виситься где-то там, блядь. Раньше можно было там, блядь, залить холик, пойти за шурмой сходить, потом прийти открыть, когда горшок так и рисовал. Да, ну мне контурнуть и фанца добавить, и все тоже было, в принципе. Так можно было быстро доделать на хуйне. Сначала я увидел, что он по вагону идет с фонарем. Потом я услышал, как он дверь дернул. Вот я думаю, дверь тоже слышал. Я его спалил, потому что я самый первый стою. Я смотрю, какие движения внутри и светится. Я просто думал, сначала у меня глючит, что ли. Через 20 шагов он сначала прошел. Да, да.